А вот сейчас вот про то, что обычно случается вот с персонажами, можно сказать, нашей всей общей дружной тусовки. Первым выбыл из строя Андрюша. Не может ни петь, ни общаться, ни кушать. После него потерялся Сергей. Для него в холостую играет диджей. Как и для Жени, что спать умудрился на пианино в ботинках и джинсах. После раскис Олег Анатольевич вместе с текилой выплеснув горечь. После Алены и Оли лишились, их таксист обездвиженных вывез. Затем потеряли Кирилла и Ваню, они с откидными сидят головами. Толя, что спорил с Антоном упорно, перешел уже в вегетативную форму. Гюльнар ожидаемо вышла из строя, превратившись в размякшее что-то тупое. Дмитрия трогать бессмысленный труд, он не струшивал пепел уже 5 минут. Игорь, что рвал выступление тельняшку, спит лицом, упираясь в фисташки. Петю, хоть он и напился Байкала, пригвоздила, размазала, утрамбовала. Всех унесли, и стало тихо и серо. Ушли и любовь, и надежда, и вера. Остались две школьницы и лилипут, но я не запомнил, как их зовут.